Приморье прошел отборочный этап Всероссийского чемпионата профессионалы по спасательным работам. За победу боролись 125 участников из разных уголков страны в составе 25 команд. Есть 4 направления спасательных работ. Первое направление – это аварийно-спасательные работы. Ребята демонстрируют спасение пострадавших из различных условий, такие как тренажеры, лабиринт, замкнутое пространство, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий. Следующий модуль, блок – это альпинистская подготовка. Ребята работают на скалодроме, на высоте, в колодцах, в замкнутых пространствах, наводят навесные переправы. Блок следующий – это связанный с тушением пожаров. То есть проводят развертывание, подают воду, тушат различные возгорания. И один из блоков остался – это медицина. То есть оказывают первую помощь, транспортируют пострадавших. Судьи следили за точностью выполняемой работы и скоростью. В спасательных мероприятиях на кону стоят человеческие жизни, поэтому профессиональное мастерство специалистов должно быть на высшем уровне. В качестве индустриальных экспертов выступили сотрудники Приморского подразделения МЧС. Лучших мы попытаемся забрать себе на службу. Как отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий, работодатели, которые предоставят победителям и призерам отборочного этапа возможность пройти стажировку на базе предприятия или получить предложение о трудоустройстве по профильному направлению – ключевое требование к региону для проведения чемпионата. Анна Дьякова, новости на Восьмом.